так страшно идти. Не забыть на дне блокад и миллион погибших семей. Нам не забыть концлагерей ужасных, всю войну негасивших печей. Когда мы никогда не загасим, поминаем из наших свечей. Нам не забыть, как фашисты деревни наши сжигали дотла, превращали в кладбище наши села и города. 4 года наши солдаты были на той войне. И на Рейхстаге в мае 45-м автографы оставили, как обещали всей стране. 9-й день, ликующий в мае, когда от счастья ликовала вся страна, промчалась весть от края и до края. Мир победил, окончена война. Гремели марш, песни сами, каштаны повисели на хлебе. И в эти долгожданные, счастливые дни, нашли русские ребята по побежденному Берлину. Thank you.